Хочу порекомендовать вам канал, где вы сможете научиться наносить шикарный декор для стен своими руками. На канале Эко Декор очень много мастер-классов декора для стен. Например, кожа крокодила. Вы создадите такие стены, не потратив много денег. Валик всего стоит 219 гривен, а материалом служит финишная штукатурка. При этом вы получаете оригинальный эффект, а не типичные обои. На канале есть видео испытания, тестирование декоративных покрытий. Материалы и инструменты вы можете купить на сайте ecodecor.com.ua. Ссылка в описании. Всем здравствуйте. Вот такой у меня саженец персика, небольшой, я его специально обрезал и сейчас буду заниматься его посадкой. Собственно, посадка начинается с того, чтобы выкопать яму. Я яму для посадки своих деревьев никогда не копаю там метр на метр, как рекомендуют все источники. У меня лунка небольшая, главное глубина. Вот этот вот персик нужно закопать в землю вот так. Чтобы определить глубину ямы, нужно поперек ее положить палку или черенок лопаты и опустить туда дерево. Как видите, у меня дерево очень глубоко в земле, поэтому яму нужно немножко засыпать. Так, я еще досыпал земли, опять кладу палочку и опять ставлю мой саженец. В принципе, все супер, но для начала яму нужно полить водой. Ну а теперь посадка. Нужно поставить вертикально саженец. Желательно, чтобы кто-то помогал. Если нет помощника, тогда одной рукой держите саженец вертикально, другой нужно засыпать лунку. Теперь лунку нужно полить. Так, вода ушла, можно еще полить. Вода опять вся упиталась. Теперь необходимо сверху еще насыпать сухой земли, чтобы прикрыть вот это место, корневую шейку, потому что она находится сверху. Вот так выглядит саженец персика после посадки. Все отлично здесь. Земля потом чуть-чуть немножко осядет. Вот здесь место среза желательно на зиму замазать садовым варом. Но я, наверное, этого делать не буду, потому что я весной еще буду обрезать этот персик примерно вот так. Я не думаю, что столько вот отмерзнет. Но если у вас довольно жесткие морозные зимы, все-таки садовым варом замазать место среза не будет лишним. Сейчас буду заниматься посадкой второго саженца. Алгоритм аналогичный. Выкопать яму, выставить уровень, полить, выставить саженец, засыпать землей, опять полить. И, в принципе, все. Вот так выглядят персики после посадки. Посадка осень 2018 года. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.